Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Сегодня я готовила мясной хлеб. Готовила я его вот в такой профессиональной форме, в которой пекут хлебушек в пекарне. Смотрите, какая прелесть у меня получилась. Сейчас мы с вами его разрежем. В разрезе все это выглядит вот так. Я использовала фарш, специи. Если кому-то хочется знать рецепт, пишите в комментариях, обязательно расскажу или сниму полное видео. Это очень быстро и очень вкусно. Пока-пока!